взвешиваем арбузик холодок. Вот. Вот так вот он. Я думала, что мы вместимся в 5 килограмм. А однако ж, вот пока устанавливаю, 3, 4, 700, 900 и выдает ошибка. Ну, потому что он больше 5 килограмм. Эти весы домашние, они всего до 5 килограмм. Значит, он немножечко потяжелее. Молоденький. Ну, на вкус они очень-очень сладкие. Сейчас будем пробовать. Дорогие друзья, в этом году мне хотелось очень сильно вырастить своих домашних арбузиков и поесть вволю, и почки почистить. Ну вот, получилось так, что весна у нас в питомнике. Время реализации саженцев, и практически не хватает времени для быстрой ранней высадки своих домашних овощных культур. Кошка, уйди. Теперь, значит, высадили мы эти арбузики в начале июня. Это уже очень поздно для нашего региона. И только в конце июля они набрали такую хорошую ботву, набрали большие кусты, наросли. И после этого где-то в конце июля, начале августа появляется зависть. Все, казалось, просто арбузики не вырастут. Но посмотрите вот на этот арбуз. Это вообще, ну как бы я рисковала в такую познатину высаживать. Пекинская радость Лёшка. Мне хотелось, конечно, более легких сортов. Вот это вот, я уже говорила, холодок, он до 3 месяцев хранится. Пекинскую радость Лёшку мы ни разу не садили, вот еще не открывали. Это единственный арбузик. Если на комнатных весах вот этот мы посмотрели, там 4 300 с чем-то, вот этот более 5 килограмм получился. Но это не все арбузы у нас, хорошо их нынче вышло. Это вот то, что мы поднесли для показа. Вот. И в основном они такие под 5 килограмм. А пекинская радость мне пришлось взвешивать на весах, на руках, на напольных весах, на котором взвешивают, ну, взвешиваем свой вес, проверяем свой вес. Вот, получилось 8 килограмм. Ну вот посмотрим, насколько они внутри. Вот эти вот все малыши 5-килограммовые, красные, сладкие. Я просто поражаюсь. У нас очень холодное было лето в этом году, 2017 года. Достаточно оно много имело холодных дней, но тем не менее арбузы набрали сахара. И в этом году мы все-таки умудрились вырастить арбузы. Если кому-то захочется немножко чуть раньше под дугу и под агрил, я думаю, что получат замечательный урожай у нас в Кузбассе. Что нужно еще сказать? Что мы садили на грядки, где было перегной очень много, и на, ну, такой почти целиковая земля. И на простой земле садили мы на 1,5 метра куст от куста, и междурядья были у нас 2 метра. Надо сказать, что на простой земле арбузов было завязи больше. Сами кусты вроде бы и меньше формировались, но плодов завязали больше и раньше. Вот такой у нас опыт с выращиванием арбузов в этом году. Вот, скажем так, вот эти недозрелые, которые там 1,5 килограмма, 2 килограммчика, мы их поместили вот в такие баллоны, простерилизовали, замариновали, и все, еще и свежие поели, еще и в зиму себе закуски сделали. Ну здорово же! Давайте растить арбузы в Кузбассе.